Всем привет! Сегодня у меня Ки, и я хочу показать, почему зимой и весной может у вас долбить руль, просто машина вибрировать. После такой вибрации многие едут в сервис, где просто людей разводят на деньги, начинают там стойка стабилизатора, амортизатор, менять все в круг. Делать этого сразу не нужно, вы посмотрите на свое колесо. Вот причина вибрации. Всегда это колесо, особенно в зимний и весенний период. Зимой это снег, весной это грязь. Вот такой кусок отвалился, и все, у вас вибрирует. Он весит достаточно много. Грузики вешают на машины там по 10 грамм, по 15, 20, 30. А тут может вес доходить до килограмма. Поэтому, если вибрирует руль, бьет везде, не поленитесь, снимите колеса и удалите вот этот лед. Намойки его невозможно промыть через вот эти круглые отверстия. Поэтому не ленитесь, убирайте все это, и будет у вас отличная езда, комфортная. Ну, в принципе, на этом сегодня все. Кому видео понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И всем успехов и удачи на дороге.